Меня зовут Слоев Андрей Евгеньевич. Я прохожу службу в отделе Министерства внутренних дел по Калининскому району с 2008 года, а в должности участкового полномоченного уже 6 лет. Я обслуживаю Каблуковское сельское поселение Калининского района Тверской области, а также дополнительно за мной закреплен административный участок Аввакумовское сельское поселение. Данные сельские поселения включают в себя 60 населенных пунктов и более 90 садовых товариществ, входящих в состав данных поселений. Численность населения составляет более 5000 человек, постоянно проживающих на территории моего обслуживания. Однако в летний период времени численность населения увеличивается многократно. Протяженность данных сельских поселений большая, однако благодаря взаимодействию с местными жителями, а также работе администрации, реагировать на происшествия, совершенные на участках, получается оперативно. За годы работы я наладил с населением необходимые отношения для более эффективной работы. Основными направлениями моей деятельности является профилактика административных правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории. Я считаю, что работа участкового является основной в системе МВД, так как участковый постоянно на виду и является первым сотрудником полиции, к кому обращаются граждане. Я не жалею, что являюсь участковым полномоченным полиции и горжусь своей профессией.